Площадка взаимодействия светской власти и церкви. Так описывает новый духовно-спортивный центр «Пересвет» его создатели. Это руководитель ТОСа «Мостовая Слобода» Владимир Сидоров и иерей Даниил Майоров. На создание организации получили благословение митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина. В Слободе особенно так нет мест, где можно пойти. У нас единственное, вот есть храм, самый старый храм Ульяновской области. Вот. Есть на территории мостовой школы, где мы находимся. Но чтобы простой житель мог прийти, допустим, позаниматься спортом, и вдобавок ему, чтобы еще и с ним занимались по православию, этого такого нет. Центр уникальный. Здесь работает секция по греко-римской борьбе, проводит занятия по основам православного вероучения, пению и рукоделию. Причем ограничений по возрасту воспитанников нет. На борьбу сейчас ходит почти 30 мальчишек. 7-летний Ярослав уже освоил несколько приемов. Мне нравится кулаки делать. Еще мне нравится очень перед началом занятия футбол играть. Я научился там медвежьему захвату, лосиному захвату, еще прием рычаг. Девочки в основном занимаются рукоделием и поют. На основу православного вероучения приходят вместе с родителями. Планируются паломнические поездки. Нам надо находить подход даже к тем людям, а тем более к детям. Бывает, они нас иногда не понимают, бывают непослушными. Но я уверен, что благодаря нашим батюшкам, благодаря нашим родителям, все мы найдем к деткам правильный подход, и они будут расти послушными, любящими Родину и верящими в Бога. Занятия по греко-римской борьбе проходят по понедельникам, средам и пятницам с 15 до 16.30. А во вторник, четверг и пятницу с 14 до 16 ульяновцев приглашают на занятия по основам православного вероучения, пению и рукоделию. Анна Тищенко, Улправда ТВ.